Я знаю, что человек должен уметь легко прощать. Прощать кого? В принципе, прощать. Это распространенная проблема. Иногда это непросто. Нет, нет. Я знаю, что ты хочешь сказать. Допустим, когда мне нужно прощать тебя, сначала я должен обвинить тебя в чем-то, а затем пытаться простить. К чему такие сложности? Я не обвиняю тебя, а просто принимаю тебя такой, какая ты есть. Разве здесь требуется прощение? Это лишь усложняет жизнь. Но когда дело доходит до прощения... Но разве есть необходимость прощать? Сначала я должен обвинить кого-то, не так ли, чтобы простить? Но я не обвиняю тебя. Делай со своей жизнью что хочешь, в чем проблема? Потому что ты распоряжаешься своей жизнью, как умеешь. Если бы умела лучше, ты сделала бы это лучше. Так что ты делаешь то, что можешь. Почему я должен сначала обвинять тебя в своем уме, а затем пытаться простить? Это ненужное усложнение жизни. Мне не нужно никого прощать, потому что я никого не обвиняю. Но это так трудно, когда дело доходит до прощения, людям нет, так нет, я хочу сказать, что тебе не потребуется прощать. Начнем с того, что я не обвиняю тебя ни в чем. Зачем мне тогда прощать? Когда я принимаю тебя такой, какая ты есть. Тогда нет нужды в прощении. Нет. Мне все равно, кто ты, кем бы ты ни была. Я принимаю тебя такой, какая ты есть. Таковы люди. Люди приходят к этому, потому что выстраивают нереалистичные иллюзии и ожидания от других. И поскольку их ожидания не соответствуют реальности, они начинают обвинять кого-то в своем уме и в один прекрасный день прощают. Не нужно играть в Бога. Оставь всю эту чепуху. Принимай людей такими, какие они есть. Ты сама не идеальный человек, как и другие люди вокруг. Принимай их, если вы можете работать, взаимодействовать, иметь бизнес-отношения, это прекрасно. Если нет, то нет, оставь их в покое. Хотела бы я, чтобы все думали так же, как вы, Садхгуру. Вот что отличает вас от остальных, и вот почему мы обращаемся нет, к вам. Нет, я хочу сказать, что сначала ты совершенно напрасно создаешь сложности в своем уме, а потом бесконечно страдаешь от них. Стоит тебе обвинить кого-то в своих мыслях. Сколько бы усилий ты ни прилагала, чтобы простить кого-то, ты не сможешь очистить свой ум от этого. Это правда, так и есть. Благодарю вас за это.